Приветствую, коллеги. Сегодня расскажу, как продать квартиру удаленно. Многие спрашивают, я вот хочу купить удаленно, хочу продать удаленно, чтобы вот никуда не выезжать, сидеть дома вот на кухне за ноутбуком и, соответственно, чтобы все продалось и деньги мне поступили на расчетный счет. Рассказываю свой кейс, пример, буквально это было вот недавно. 2 октября у нас была сделка купли-продажи. Мы продали квартиру по улице Калинина в городе Уфе. Помните, да, вот этот, те квартиры, которые я вместе с инвесторами купил. И, соответственно, эту квартиру я продавал удаленно. То есть я находился в Екатеринбурге, у меня покупатель находился в Уфе. 2 октября мы, каждый из нас пришел в то отделение банка, которое проводило электронную сделку. Буквально полтора часа я находился в банке, сидел рядом со специалистом, но большую часть я находился в коридоре. Специалист просто выносил мне какие-то бумаги, которые нужно подписать, договор купли-продажи, бланк для открытия электронно-цифровой подписи одноразово, да, для этой сделки. И, соответственно, я это подписывал, при этом находился в удобном кресле, да, значит, сидел в интернете, читал новости различные. Покупатель у меня находился в это время в Уфе, и, соответственно, у нас сделку так проходила, что мы друг другу документы подписывали, отправляли. И таким образом, буквально через полтора часа у нас сделка прошла. Сбербанк сам документы отправил в Рекпалату. Мне об этом пришла смс-ка, что ваши документы отправлены в Рекпалату. Далее пришла смс-ка о том, что деньги покупателя зачислены на специальный счет. Далее пришла, буквально 2 дня проходит, мне приходит смс-ка, что сделка зарегистрирована. Представляете, 2 дня прошло, уже все, сделка зарегистрирована. Обычно сейчас необходимо ждать где-то 8 рабочих дней. Тут буквально 2 дня проходит, в пятницу мне приходит, 2-го это была среда, в пятницу мне приходит смс-ка, что сделка зарегистрирована, ждите деньги. И вечером деньги, соответственно, мне упали на расчетный счет. При этом опять же пришла смс-ка о том, что деньги по сделке вам зачислены на расчетный счет. Я просто зашел через компьютер на свой расчетный счет, посмотрел, да, действительно деньги пришли. Вот таким образом можно продавать имущество, это квартиры, дома, земельные участки, вот все, что у нас, все, что связано с недвижимостью, да, вот через Сбербанк, через удаленную электронную сделку вы будете находиться дома, вам не нужно тратить время, деньги на выезд. Сидите дома за компьютером, все, деньги буквально через 2 дня приходят к вам на расчетный счет. Используйте в своей практике, убеждайте покупателя, что давай, дружище, сделаем электронную сделку. Тебе это будет выгодно, ты один раз пришел в Сбербанк, все, потом тебе, соответственно, все за тебя сделают. И ты потом получишь по электронной почте, значит, зарегистрированные документы, выписку из ЕГРН, договора и так далее. А мы, как покупатели, соответственно, быстрее получим деньги на свой расчетный счет. Используйте в своей практике. Напишите в комментариях, если вам, у вас были похожие сделки по продаже недвижимости именно удаленно, что вы находились дома, в приятной обстановке, за компьютером, да, соответственно, покупатель находился в своем городе, у вас все продавалось, вам деньги перечислялись на расчетный счет. Если тема торгов вам будет интересна, вы захотите также купить какой-нибудь красивый дом, квартиру, земельный участок, спецтехнику, автомобиль с дисконтом от 50 до 90%, то приходите на наш бесплатный мастер-класс, где мы вас познакомим со своим опытом, познакомим с опытом наших учеников и вот на реальных примерах покажем, как это может сделать каждый из вас, любой из вас, независимо вы там пенсионер, студент, военный, сварщик, водитель, дальнобойщик, мама с детьми. У нас участвуют любые категории людей, любого возраста. Тут не нужно иметь никакого высшего образования специального, да. Главное иметь компьютер, телефон, все. Все остальные шаги мы, соответственно, вам покажем на нашем мастер-классе. Приходите. Будет вам интересно и полезно. Жду вас.